Эй, всем привет, с вами Доктор Хейтер, и это Resident Evil 7. Опять 7 сказал, да ё-моё. Так, в прошлый раз мы расправились с этой неадекватной... Ой, тут еще проход есть, прикольно. Ну, как расправились. Опять Зоя сейчас позвонит. Мы ее утопили. Утопили в собственном дерьме. Так, а что у нас здесь? Это надпись? Цель выявлена. Ой, блядь. Что это за херня? Касательно сыворотки серии. Следующие предметы позволяют синтезировать сыворотку. Черепной нерв, периферический нерв. I think that's it. Ну, наверное. Только что мне с этим делать? Черепной нерв, периферический нерв. Я должен, наверное, взять это? Что это вообще? Что это за херня? Типа, из-за него вся эта фигня началась? Тенцу какой-то. Зои, ты будешь звонить мне? Не? Да, вот она, Зои. Алло. Муши-муши, Зои. Да, я нашел. Ты всегда могла бы предупредить меня, скотина. Ну, нашел. А, мы не нашли, типа. Голова, рука середи. Откуда ты голова была? You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. Alright, check it out. Meet me at the trailer if you find it. Автоприцеп? Хорошо. Откуда у тебя голова? Ты, блядь, больная. У нормальных девушек не должно быть руки. Ой, головы. Ну это писец, конечно. Могла бы быть, реально подобрать насчет жуков, мы бы как-то подготовились, сэкономили бы патроны или что-то такое. Так, что я могу здесь поковырять? А, кукла в воду. По-моему, это именно у мамаши такие заскоки насчет кукол. 11 октября. У меня весь день звенит в ушах. Не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. Как говорит Зоя, эта девочка странная и женщина. Че? Как говорит Зоя, эта девочка странная и женщина, которая с ней пришла тоже. Мне чудится и слышится всякое. Меня все время тошнит, и я пошла в город к врачу. Там мне сделали рентген. Что со мной происходит? Девочка мне кое-что подарила. Я положила подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где его никто не найдет. Это рука. Признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. Если кто-то захочет испортить это счастье, я его просто убью! Оу-оу-оу. Интересно. Так, реально, значит, рука это на втором этаже. Ой. Мертвая крыска. Клыска. Крыска. Окей, крыска. Вот что у нас здесь. Ой, вот это прям. Вот это то, чего мне не хватало. Хоп. Так, хорошо. Короче, ее. Кажется, самое адекватное здесь был дедуля. Ничего не вижу, блин. Так, вот здесь стена. Почему он не хочет включать фонарик? Кайф, это не работает. Мне очень не хватает фонарика. Дробовик у нас есть, если что, мы пощем. Опа-на. А, весы, мне нужно что-то еще, противовес какой-нибудь. Еще одна монетка, боги, так офигенно. У нас теперь еще и запас есть. Типа, мне нужно как-то сбалансировать весы, чтобы открыть дверь. Нет, нельзя использовать, да? А что если... Чик, это вообще куда ведет? Детская комната. Окей. Типа я должен запомнить это место, и потом, если что, сюда прийти, мне нужны еще одна лампа. Еще одна лампа, типа той, которая была у этой бабы. Блин, я не знаю, наверное, лечилку стоит использовать. Но у меня единственная лечилка, я не очень хочу ее тратить. Ладно, придется. Вот, хорошо, прям. Муа. Слушайте, давайте еще психосимулятор используем. А я могу его с чем-то соединить, что нет, не могу. Так, ой. Опа, я тебя не заметил, кстати, бы. Так, побежали, побежали, побежали. Быстренько, пока симулятор действует, пробежимся по всем местам. Это у нас уже было видно, это мы открывали. Подожди-ка, мы опять вернулись в ту точку случайно. Так, подожди-ка, здесь мы были, здесь мы это открывали.
Здесь тоже ничего. Здесь у нас открылось. Там еще какие-то штуки есть вдали. Но это неинтересно нам. Плохие звуки. Что это, блядь, за звуки? Опа, фонарь спиздили. Нет, 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 блядь, нет. Блядь, я не хочу туда, у меня патронов нет, хп нету, ничего нету. Сука. Ладно, я сейчас быстренько сбегу, я на запись это не буду делать, я сбегаю туда и возьму пистолет. И вот мы вернулись. Для вас прошло меньше секунды, но я по-быстренькому сбегал и достал этот огромный ствол. Я не знаю, он похож на парабеллум, но это вроде не он. Я не знаю, что это за пистолет. Как он прекрасен, он такой большой, такой мощный. Ну, у нас для него нету патронов. Так. Я не знаю, он использует, наверное, обычные пистолетные патроны, я надеюсь на это. Я хотел его попробовать, и еще плюс, я по пути нашел эпоксидку. Я пока тратить ее ни на что не буду, потому что я не уверен, что может случиться и для чего она мне может пригодиться. Оп. Так, и мне, судя по всему, за это ненормально придется идти. У нее паучьи ноги. Ты вообще так спокойненько к этому относишься, подумаешь, а? У бабы паучьи ноги, пх, подумаешь. И не такой видали уже, да? Блядь, ненормально, придурок, а. Ты, блядь, вообще стальные нервы, яйца просто, я не знаю, тебя к полу не тянут. Она, кстати, ранена, по-моему. Либо ранена, либо... Это у нее что-то... Жидкость обычная ее постоянная. Боже, как это противно. Так, но она не может призывать своих штук без фонарика. Где-то мы. Боже, она там визжит внутри. Да, она пошла внутрь. Блин. Это куда вообще ведет? Это где вообще проход? Опа, что-то у нас. Сильный эпоксид. Ой, это классно. Ну, наверное, классно. А я зря бегал, кажись. Здесь проход есть рядом. Ну, да. Быстро мы туда сохранимся. Блин, ну я не хочу туда идти. Это, блядь, ненормально. Она просто оторвет яйца и съест их. Или хуже того, скормит паучкам своим маленьким. Ой, нет. Ну, блин, я просто очень не люблю эту тему с насекомыми. А у нас еще и патронов нету. Нам тупо нечем защищаться. Если она сейчас нападет или начнется бита с боссом, у меня нету ничего, мне придется извращаться и убивать ее с помощью ножа. Это такая пошлятина невозможная. Я предлагаю сейчас съесть этот психосимулятор, и он нам что-нибудь подскажет. Охренеть, он подскажет, что в округе ничего нет. Ценная фотография, унитаз. Окей. Она, кстати, опять слот будет занимать. Ладно. Так, а здесь что у нас? Ой, здесь что-то есть. Заперто с другой стороны. Класс. Вот что здесь есть. Так, хорошо. Блин. Это падла. Ну, она внутри. Она сейчас будет просто... даже дедуля был лучше, а! Ой, здесь много всего. Я туда не пойду. Нахуй. Нахуй, 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 нахуй. Там что-то есть за стеной, но я не знаю. Здесь отмычка нужна, разделитель мне нахрен не сдался. Твердое топливо. А чем я могу соединить разделитель? С психосимулятором только. Мне это не надо. Я поэтому предлагаю его просто выкинуть. Твердое топливо, вот это хорошая тема. Я только пока не знаю, соединять, не соединять его. Что здесь еще есть? Трава зеленая. И все. Блин. А чё так мало-то? Ладно, предлагаю сделать вот так вот и вот так вот. И зарядить этим наш крутой пистолет новый. Нет. Ну-ка. Сука!
Ты, блядь, издеваешься надо мной? Я тебя взял, а ты меня обманул. Предатель. Ты не используешь припасы обычного пистолета. Сука, придется назад возвращаться. Выблядок, а? Этот урод меня обманул. Мне пришлось бежать менять его, потому что эта падла, оказывается, использует специальные патроны, которые только для этого пистолета. Где там падла? Я тебе хочу отомстить. Блин, а куда она поползла? Где это кровище? Я слышу щебетание жучков там, так что она, скорее всего, там сидит. Но сначала я хочу здесь все проверить. Может, здесь патроны будут? Мне очень нужны патроны. Прям очень-очень. Пожалуйста. Дайте мне патроны. Не надо жуков. Пистолетные патроны. Это хорошо. Я пока буду использовать усиленные патроны. Не, подожди, я лучше возьму обычные патроны. А потом усиленными буду раздавать. Отлично. Это тактика, это стратегия. Типа сначала мы найдем слабое место с помощью обычных патронов, а потом, если вдруг натыкаемся на слабое место, используем усиленные патроны. Хороший план, хороший план. Мне нравится. Она куда-то наверх пошла. Блять. Ёбаная жучинообразная падла. Давайте психосимулятор используем, чтобы все найти, потому что я боюсь пропустить. Охренеть, они опять сказали, что здесь ничего нет. О, за стеной целая куча всего. Класс. Меня это уже начинает раздражать, серьезно. Там очень противные звуки. Я догадываюсь, что там какая-то жучиная опять напасть. Так, хорошо. Может, здесь что-то есть? А, вот что блокирует дверь. И чем логика блокировать дверь, которую можно обойти с другой стороны. О, вот. Отлично. Открой гильзы для дробовика и сильный эпоксид. Я не понимаю, зачем мне нужен сильный эпоксид. Но давайте сделаем сильную аптечку. Ой-ой-ой-ой-ой. Я случайно потерял весь сильный эпоксид на сильной аптечке. Ладно. Так, дробовик мы зарядили. Ну ладно, в принципе, сойдет. Сколько у нас патронов для огнемета? Сотня. Хватит, чтобы выжечь один улей. Заперто с другой стороны. Ну как неожиданно. Так, хорошо. Мы сейчас используем обычный патрон для пистолета. Ой, блядь, здравствуйте! О боже, отойди! Не надо ничего ладить! Суди! Боже, какая ты страшная стала! Пиздец! Ебать ты женщина, а! Че там шебуршит? Опять вы таракашки-пукашки. Где? Боже мой! Ты пробовала сходить к врачу, ненормальная? Че тут? Съебись, правильно? Пиздец! Где она визжит? Чё за отвратительные звуки? Какого хуя она делает? Она ебёт стену? Эти жучки, блядь, паучки. Здравствуйте! Блять! Съебись, пожалуйста. Блядь, заебал меня. Так, хорошо. Блядь, что мне с ней делать-то? Она, блядь, там стену ебет. Иди сюда. Так, хорошо. Чё за херня? Она, блядь, ебёт стену!
Съебись от меня, не надо, что она делает со мной? Она меня укусила. Ты, блядь, больная. Не надо еще раз меня жрать. Лечилку, 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 используй лечилку, блядь, плевать на патроны. Ты жук, а? Ой, блядь, она все еще здесь! Пожалуйста, не надо со мной делать ничего, пожалуйста. Нет! Не ешь меня! Боже, а что с ней делать-то, я не понимаю! Она, блядь, совершенно бессмертная! Буртирующая Маргарита, находясь вне вашего поля зрения, Маргарита иногда... порождает дополнительных букашек. Да куда, блядь, еще больше букашек? У меня, блядь, огнемета не хватает на всех этих букашек ебаных. О, нет. Блядь, ебать, как далеко сохранение. Блин, а. Находясь вне вашего поля зрения, блядь, она порождает дополнительных букашек. Охуеть. У меня, типа, букашек было и так недостаточно. Окей, ладно, я понял. Окей, Google. Что мне делать с Маргаритой? Топливо для горелки. Мне понравилось, как на нее огонь действует. Прям муа. Так, то есть мы не можем ее убить, надо ее отгонять, так? Так, хорошо. Так. Так, так. Лечилки нам нужны сильные и нужно много. Так что я правильно сделал, то что потратил все эпопситки на лечилки. Это все правильно. Хорошо. Дальше. Огнемет у нас заряжен, и в нем аж 200 патронов. Хорошо. Это тоже правильно. Дальше, пистолет. У пистолета сейчас стоит усиленный патрон, нам нужно поставить обычные. Это тоже хорошо. Я предлагаю сейчас перед тем, как пойти наверх к Маргарите, сожрать психосимулятор, и мы тогда сможем... палить, где кто находится. Подожди, как здесь, по-моему, где-то психосимулятор еще не лежал, нет? Мне показалось. Не помню. Ладно, без разницы. Перейдем мы идти к ней, сейчас сожрем психосимулятор. Мы, если там есть какой-то предмет, то мы сразу его найдем и используем. Нам, по-моему, вниз надо, потому что наверху я ничего такого не увидел. Но патрон надо будет изначально взять. Фух, пойдем. Иди сюда, блядь, сука. Я тебя сейчас улажу, блядь. Я тебе, блядь, сейчас все улажу, пидорасина ты. Волосатый, а. Блядь, хорошо, что я тут с тем пистолетом так не облажался. Травы, твердое топливо. Так, здесь что-то еще. Съебись отсюда, пожалуйста. Грязный памперс, блядь. Чё, блядь, как она вообще это сделала? Слушай, ты женщина с горячим памперсом. Съебись от меня. Так, тут патроны. Так, мне нужно вниз, да? Не, подожди-ка, по-моему, вниз отведет меня туда же. Чё мне делать-то? Не, вот не сюда. Так, огнемет. Эпопсид. Травы. Аптечек нету места. Блин, ну по-моему мне здесь надо сражаться с ней. Эпопсид еще один. Че здесь? Пистолетные патроны. Ой, блядь! Гори, блядь, сука, гори, блядь, как никогда не горело, а? Так, что мне еще надо? Нравится, блядь? Надеюсь, что нравится, пидорасина, а? Да, блядь, опять ты ко мне подскочила. Где ты там? Надеюсь, тебя, блядь, отлично пригорает, блядь, как я надеюсь на это? Блядь, перезаряди его. Он сейчас, блядь, опять к нам придет и, блядь, делать будет гадость.
Еще пистолетный патрон, отлично. У нас психосимулятор закончился, это плохо. Аптечки у нас еще есть? Нету. Так, хорошо, мы сделали аптечки, мы сделали... Опять где-то она там хуйней страдает своей. Так, я предлагаю еще одну аптечку сделать. Где она, блядь, свою гадость лепит? Вот, блядь, это. Что с ней делать, я понять не могу. Она здесь... Так, отлично. Так, подожди, перезаряди полностью его. Раз, два. Где там? Блять, пауки! Слыбы, четверо. Где там? Кто там? А-а-а! Так, перезарядись. Окей. Так, что мне еще делать? Они здесь херню опять. Да ты заебала меня! Как ты меня заебала, эта женщина! Как тебе, блядь, горит? Хорошо горится, блядь? Я надеюсь, очень хорошо, блядь. Так, я какую-то ачивку получил. Хуй знает какую. Не-не-не-не-не! Так, хорошо, все отвисло. Так, быстро, применяй аптечку, применяй аптечку, применяй аптечку! Это сволочь еще где-то здесь. Я не понимаю, что мне с ней делать. Она опять там, блин, стены насилует. Где она? Так, она на втором этаже. Нельзя давать ей ставить этих долбанных паучков, жучков. Где она? Гори, блядь, сука! Умерла? Блять, ненормальная сучка, блять. Ой, хорошо. Не, ну, на самом деле она не такой уж сложный босс, если честно. Нет, ну тут вообще боссы не очень сложные. Но боже мой, наконец эта падла сдохла. А? Так, что у меня по патронам и этим? Так, у меня 20 патронов, из них и плюс 5 усиленных. У огнемета еще 150 патронов. То есть один, максимум два улья. Эпоксидки у меня нету. Есть запасы на одна лечилка. Блин, извиняюсь. Отлично. Все, бляха-муха, отлично просто. Мы все здесь взяли? Похоже, мы здесь все взяли уже. Ну да, здесь больше брать нечего особенно. Ой. А, здесь лестница была. Ну, отлично, спускайся. Я не против. Ой, красавчик, люблю тебя вообще. Молодец. Вот просто мужик. Настоящий мужик. Что за... Ой. Теперь, типа, все, что она породила, все разваливается. Ой, как хорошо. Гильза для дробовика. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо-то. Блин, с каждой игрушкой бы так поощряла за то, что ты убиваешь босса. Так, здесь ничего нету. Вы отперли это. Хорошо. И опять выключил фонарик. Ну что за дурак, а? Так, ну отлично. Просто шикарно. И сейчас можно вернуться в тот дом и на второй этаж, и там быстренько включить все это дело, и мы сейчас сохранимся. Ой, какая красота еще.
Какая красота. Вот я просто... Муа! Нет, нет, здесь не сохраняйся, вот здесь сохраняйся. Ну это писец, конечно. Вот тут солнце, что не дают подсказок, как вообще можно босса убить, не убить. Сейчас я бил ее, но я не знал, я делаю правильно, неправильно. Я стрелял просто потому, что я вижу, что какое-то там действие идет от нее. То есть она вроде как что-то там царапается, что-то там делается с ней. Так, это получается мы убили Джейка, дедулю, и убили уже его женушку. Остался Лукас и бабуля. Слушай, ну это нормально так. Лукас и бабуля. У нас есть крутой пистолет, но толку от крутого пистолета я так и не понял. Мы не можем использовать для него патроны. Тогда в чем смысл? Непонятно. Ой. А, точно, точно. Я уж подумал, что, блин, я же здесь не открывал, почему она открыта. Типа кто-то уже здесь побывал. Что это было? Почему пианино сработало? Ты пианино так не срабатывай. Не будешь сейчас опять где-нибудь пойдешь, опять бабуля будет где-нибудь сидеть. Это бабуля, это какой-то ужас. Так, ладно. Фонарь. Фонарь горит, и она управляла насекомыми. А просто потянуть было слабо, да? Вот, блядь, надо обязательно поизвращаться, да? Ой, крокодильчик. Привет, крокодильчик. Мистер Кроки. Веселее в доме, чисто 2 раза быстрее. Что-то мне подсказывает, что это мелко еще здесь. Я, пожалуй, вот так вот возьму. Здесь есть что-нибудь? Ничего нету. Мистер Кроки, это что такое грозный? Записи, фонарики, гирлянды. Ну, классическая детская. Такое дитя мне может не понравиться. Ты серьезно про это, да? Вот, блядь, ты серьезно, да? Мячик! Ты, блядь, совсем охренела? My family. Вот, блядь, из всех трюков ты выбрала именно мячик. Ты бы еще... А, ты даже вдали появлялась уже. Ты, блядь, что, хоррор в пис смотрела, да? Ха, Мишка, вкачаешься этой. Ой. Ух, ебать. Дратуйте. И у меня опять фризануло. Игра непонятно почему. Закройся, пожалуйста. Так, дробовик у меня есть. Лечилки мне вроде как пока что не нужны. Разрушенный корабль. Мишка, просто Мишка. Там какие-то очень противные звуки. Окей. Песневики. Здравствуйте, куколки. С ней что-то не так. Да ладно. Я даже не знаю, с чего ты так могла подумать. Маска какая-то страшная. Она там. Значит, я не сюда должен идти. Если она там, то мне нужно пойти в обратную сторону для того, чтобы проверить что-нибудь вот здесь, вот, а здесь тупик. Охренительно. Как неожиданно. Блять, мне это не нравится. Я не люблю, когда меня ведут. Чё у меня по пистолетным патронам? 20 патронов, полный обойм, огнемет у нас полный заряжен. Блин, ну это не так страшно, когда у тебя есть лечилки и патроны. Эпоксидки нету, чтобы взять лечилок еще больше. Потому что мне что-то не нравится количество лечилок у меня. Сейчас я засуну этот долбанный дробовик. Неприличное место. Что, Ромскомнадзор меня потом заблокирует. Потому что, насколько могу понять, она мелкая. Фонарик, пожалуйста, не мигай мне. Тихо. Девочка, я просто прохожу мимо. Она обладает слишком большими силами. Мне не нравятся девочки, которые обладают слишком большими силами. Мне хочется засунуть дробовик им куда еще глубже и еще более неприличное место. Что-то мне подсказывает, что она меня сюда может затолкать. Понимаешь, мне плевать, девочка, на твой... Да stay away, не stay away. У меня есть дробовик. Знаешь, как, типа, есть такая поговорка. Все люди родились разными, но мистер Кольт сделал их равными, да?
Вот то же самое, только с мистером Ремингтоном, сука. Я больше даю предпочтение именно Ремингтону. Он круче. Типа здесь что-то есть? Да, слушайте, здесь что-то есть. Понимаешь, девочка, ты можешь даже мне не попадаться на глаза, я против не буду. Ну, серьезно, кто может обрадоваться маленькой непонятной девочке, которая умеет выключать фонарики? Точно не я, поверь. Ой, ебать, какое страшное. Это все, что здесь есть, да? Ай, ё-моё. Рука серия, иди. Давай, тяни, давай. Ой, фу! Наверное. Боже мой, это было отвратительно. Уходи. Пожалуйста. Я знаю, что ты любишь очень хоррор. Вот прям обожаешь их, судя по всему. Только не надо стукать меня по голове. Договорились? Нифига ты быстро рисуешь, а? Тихо, что за звуки? Тихо, что за звуки-то? Почему все разрисовано? Тебе, блядь, наказать надо за то, что ты, блядь, стены портишь, ненормально, а? О чем я говорил? Вот! Мистер Ремингтон! Чпок, добрый вечер! Надо расходовать патроны очень экономно. Иди-ка сюда. Вот так вот. У нас очень мало патронов, поэтому их надо очень экономно расходовать. Так, аккуратненько выбираемся отсюда. Где ты, падла? Я не хочу этого знать, так что... Еще один. Блять! Слишком много потратил на него. Вот и все. Все. Отлично. Заебись. Не так уж и страшно. Фух. Все, эта девочка кончилась, да? Можем достать пистолет? Я, наверное, даже переключу на усиленные боеприпасы, потому что... Алло? Муши-муши, Зои? Да, Зои, привет. Как ты все узнаешь? Да, сможем. Окей. В автоприцеп. Окей. Сейчас приду. Подожди немножко. Так вот, меня вот эта девочка напрягает. Она здесь останется, да? Она же не будет нам мозги ебать. Просто ты знаешь, нет, я лучше переключу на обычный боеприпас, потому что если вдруг я начну паниковать и стрелять, чтобы не потратить крутые патроны. Че, все? Мы сейчас пройдем игру? Ну блин, там столько всего еще нужно подкрывать. Я не могу пройти, уйти просто все не подкрывав. И че, мы оставим эту девочку просто здесь и все? Типа какая-то ненормальная девка умеет вызывать тьму и управлять плесневиками, это вообще нормально? Это, блядь, не норма. Я не уверен, что хочу доставлять ее здесь. Блин, все неправильно. Зои, где ты? Боже, ты даже так, ты даже сейчас ко мне не появишься, да? Now, where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it.
This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that... А, Лукас, твою мать! Я про тебя совсем забыл, друг мой! Развлекают друг друга. Слушай, ты на камеру засними, потом мне покажешь, да? Да ладно, не скажешь, что меня семью приняли, Лукас, ёб твою мать, а? Да. Чё, прям так отдашь? Слушай, какой ты щедрый. Небольшое мероприятие, всего-то. Слушай, люблю. Спешить некуда? У меня ноги видны. Холодильник? Окей. Да я не против, давай, давай, пойдем в холодильник, автоприцеп. Я классный вообще. Ты не понимаешь, что у меня дробовик? Окей, глянем. Не волнуйся, Лукас, все хорошо. А мы тем временем сохранимся. Вот сюда вот. И на сегодня, пожалуй, все, потому что уже мы превысили немножко даже тайминг. Ну тут прям такой экшен, так интересно. Патронов много всего, много лечилки есть. Красота, не жизнь, просто красотища. Так, вот, немножко зависло опять, не знаю почему. С этим новым патчем начало очень часто фризить. Всем спасибо, то, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч.